Всем, друзья, привет-привет! С вами канал «Счастливые люди» Happy People. Сегодня у нас 14 декабря 2018 года. И решил показать, как будем варить кукурузу. Сушеную кукурузу. Вот такая вот кукурузинка у нас имеется. Сушеная. Сушили на чердаке. Деревня. Я ездил в деревню на выходных. Привез немножко, и сегодня вот три таких початка сухих решили сварить. Вот, сообразил на троих. Папа, мама, я, как говорится. Рассказываю, как мы ее сушили. Мы ее сушили, как по осени собрали, когда она поспела, стала желтой. И просто разложили на чердаке на картон. Ничем не накрывали, просто она лежала. Сейчас уже, грубо говоря, на середину декабря, и она у нас довольно-таки такая вот, ну, как можно увидеть, жесткая и такая вот, такая, короче, воздушная, аппетитная. Но еще не совсем, конечно, аппетитная. Чтобы она была аппетитная, нам потребуется мультиварка. Мультиварка у нас Unit. У кого нет мультиварки, можете воспользоваться газовой или электроплитой, без разницы. Единственное отличие будет газовой плиты или электрической плиты от мультиварки. То, что у нас мультиварка, она варит, готовит под давлением. То есть еда в ней гораздо быстрее готовится, в отличие от газовой плиты. Допустим, здесь, если будет готовиться час в мультиварке, то на газовой плите часа 3 нужно будет такую кукурузу варить. Вот в этом, в принципе, вся и разница. Ну ладно, рассказываем, что нам нужно. Вот в эту чашу нам нужно залить воды будет сейчас. Так, ну вот водичка залита. Теперь берем нашу кукурузу, опускаем ее в нашу мультиварку. Ну, я воды набрал побольше. Выкипит, не выкипит, не знаю. Будет видно. Вот. И что еще нам потребуется? Потребуется где-то вот такая вот ложка соли чайная с горкой даже. Я люблю, чтобы соленая была. Можно еще немножечко бросить. И затем закрываем нашу мультиварку. Такой вот крышечкой. Открываем клапан и включаем. Так, вот воткнули розеточку, вилочку, то есть в розеточку. Загорелся индикатор. Включаем программу бобовые. 40 минут. Ну, давайте добавим время побольше, как я уже говорил в начале видео. Это 60 минут. Сейчас в течение определенного времени мультиварка будет нагнетать давление. И затем уже включится непосредственно сама варка. Ну, что получится в итоге, я вам покажу. Для нас это будет целый час, для вас это считанные секунды. Прошло полтора часа. Давление мы уже сбросили. Так, давайте открываем и смотрим, что же у нас там такое. Что же у нас там такое? А что там такое? Ничего особенного, обычная кукуруза. Пардон, камера малость запотела. Так, достаем кукурузину нашу. Так, и здесь тоже достаем кукурузинку. Так. Смотрим. Вот такая вот кукурузина у нас. Замечательная. Уже выпрямилась. Не такая сморщенная, как была. Ну и запах такой обалденный. Аж камера потеет от этого запаха.
Ладно, сейчас маленько остынет, чтобы поближе вам снимать, покажу, что она себя будет представлять внутри. Вот так вот разрезал я кукурузину. Так, початку. И вот такие вот зернышки. Мягенькие, мягенькие зернышки у нас. Вот свободно все разваливается. При желании можете поместить в блендер или миксером. Взбить, и у вас будет кукурузная каша. Ну вот, как-то так вот. Из сушеной кукурузы получается очень вкусная вареная кукуруза. Ну все, ребят, кому понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, добавляйтесь в соцсети, делитесь этим видео в соцсетях. Всем пока-пока. С вами были счастливые люди, Happy Vehicle. Пока-пока.